подтираем жопки злодеев. Ну, привет! Всем здорово, дорогие мои ребятки. Ну что, резидент, продолжаем. Убили деда. Батьку. Так. Травушки мы сейчас съедим. Вот, самое, без лишних слов. Действуем. Все сразу к действиям. Пуль у нас почти нет. И это очень грустно. Что это за... Что это за... Блин, твою мать. Аж... Это, я так понимаю, наверное, превращаются эти уроды. Они не шевелятся, они, скорее всего, мертвые же. Я так думаю. Нету ничего, ребят, нету ничего. Надо двигаться дальше. Значит, ну, вернее, назад. Так. Пуль мало. И я думаю, что выскочит кто-то из этих уродов сейчас. О! О! Как нельзя, кстати. Гильзы для дробовика. Давай мы тогда еще одну съедим. О! Чувствую себя гораздо лучше. Мне очень нравится вариант того, что нам надо идти назад. Через эту опасную зону. Мне дико не нравится. Но выбора у нас не особо много с вами, поэтому будем двигаться вперед. Опять сейчас кто-нибудь из них вы... Не, ну я помню, как бежать. В принципе, можем попытаться убежать. Что есть мочи. В принципе... Имеет смысл. Бежим! Просто бежим. Все, бежим, не оглядываемся. Все, я слышу, там зашкварчало что-то. Все шкварчит. Там с обратной стороны закрыто. Все, валим отсюда скорее. Все, валим, тут подъем. Валим. Я надеюсь, что... Как же я это сильно ненавижу. Сейчас со спины схватит, как бы вот эта вот фирменная фишка хорроров, тебя хватают за личико, вот это вот прекрасное. Ну, нет, в смысле, в игре. Вот. И ты обсираешься дико. От неожиданности. А это бабка пела. Бабуся, ебать, ты пугаешь. На нее ствол нельзя наводить. Вы как, тетя Розита? Я слышал. Ты, блядь, смотри, конечно. Все, пошли. Да дверку за собой прикрой. Так, мы тут все подоставали, сохранимся. Все, отлично, мы сохранились. Подвал, этап пройден. Я понимаю, мы идем в правильную сторону. Туда, куда нужно. Раз она нам встретилась. Так, осталась бешеная маманька и ее сынок. Ну, еще наша бывшая. Наверное, это комната бабули. Да! Блять! Бабулька, наверное, дочка Копперфильда. У-у-у, ребятки, первая дверь. А, все, настолько было просто. Не, я знаю, блядь, чем это имеет свойство заканчиваться. Потихонько. Мать, не под часов. Ну, давай его сюда. Надо где-то зашкериться срочно. Перевести дух.
разработать стратегию, план действий. Бежим! Как-то надо дробовик вытянуть. Как-то надо его дернуть. Блин, а сколько у нас пуль для дробовика? Утю-тю! Целых 9. Так. Я видел дверь с собачьей головой. Блять, да что ж вы делаете-то? Опа. Блять, как меня этот вентилятор вон там вот пугает, вон. Зараза. А чё, нам никто не позвонил больше, все? Это грустно. То есть вот я бежал за ключом, чтобы я мог проходить сквозь эту дверь, да? Блять, я надеюсь, в подвал мы больше не спустимся никогда. Никогда. Блять, ничего нету. Опа. Иди сюда. Так, это плюс вот это. Ага. Как неожиданно у нас их стало. А, это... Так это у меня усиленных патронов было так много. Это, конечно, все хорошо и здорово. О, я вспомнил маятника часов. Хотя ладно, мы пошли. Отец семейства, я надеюсь, покинул наш тленный мир, блядь. Занавеска просто была. Такое. Опа. Так, ну вроде безопасно. Я помню, что я видел вот здесь вот часы без маятника. А ну. Юб, твою мать, нахуй ты что делаешь, блядь? Блядь, надо... Блядь. Надо подальше вставать от окон. Ты чё? Бля, там голова красной собаки, у нас голова белой собаки. Мы вообще так делаем всё, как надо делать. Да ладно, пес с ним. Бля, вот ведь вроде люди неплохие. Со странностями не поспоришь. Кто там, блядь? Тут только мне можно скрипеть. Бля, мне кажется, этот батёк-то придет в себя скоро. Не прокатит система моя. Хотя, блин, ну, уже восстанавливаться с полутела. Хотя, опять же, почему, если он с головы восстанавливался, почему он не должен восстановиться так? Чё? Не, в случае какого-то капздеца я выбрасываю весь свой инвентарь и хватаю вон тот дробовик и оказываюсь в закрытой комнате безопасной. Куда только дальше мне двигаться? Вот в чем вопрос. Ну пошли на второй этаж. Мы все облазили. Ну а тех комнат ключей нету. А погоди. Ключ со скорпион. Ключ, к которому прикреплен дохлый скорпион. Ну попробуем потыркаться еще куда-нибудь. Я-я-я-я-я-я. Минус пулька. Это плохо. Так, тихо приседаем. И двигаемся дальше. Так,
точно не подойдет. Блять, эти ключи брать вонючие. Та-да-да-да. Опа, все, все, безопасная зона должна быть. О, наш должен подойти, я помню, что это такое. Ребята. Так, ну вроде тоже безопасненько. Ой-ой-ой, иди сюда, родная. Ну и ладно. Так, дорогая мисс Бейкер, как вы себя чувствуете? Вы уже давно не приходили к нам на обследование. Спешу сообщить, что мы изучили ваши рентгеновские снимки. Темные места в области головы — это какие-то грибковые образования, похожие на какой-то вид плесени. Галлюцинации и посторонние звуки, которые вы слышите, могут быть вызваны этими образованиями. Интересно. Так, если симптомы вызваны грибковым паразитом, следует его удалить, пока не поздно. Не хочу вас пугать, но меня серьезно беспокоит ваше здоровье. Не медлите. Приходите в больницу сразу, как прочтете это письмо. Настоятельно рекомендую вам пройти дополнительное обследование. Кроуфорд Лэнг, больница Далви. Классно. Сломанный дробовик. Окей. No problem. Погоди, у меня инвентарь был полный. Или нет? А, ну я что-то там, наверное, использовал. Все. Ну ладно, хорошо, бог с ним. Так, как же устал гонять этих говнюков по двору. В следующий раз, если кто-то из гостей сбежит, спрячь собачьи головы, чтобы нельзя было выбраться из дома. Давай прятать их в этих местах. Стоячие часы в общей комнате, книга в гостиной, секционная в подвале. Книга в гостиной. В гостиной мы уже были. Отлично, надо открыть какую-то книжку и все. Делов-то... Два пальца. Это челюсть? Вот дерьмо. Фу. Так, это мы берем. Берем вообще все, что... Почему я не могу взять пистолетные патроны? Так, нет, ну если я сделаю так, это будет плюс одна аптечка. Ну, минус отмычка. Прости, родная, но нам не по пути. Да, выкидай нахрен. Я вот не пойму все вот эти вот часики наши. Что это такое, с чем это... А, это я закрываю. Ну да, мы же все-таки... Мы воришки, но мы воспитанные. А, тут я уже все обшмонал. Так, ну мне кажется, сейчас будет что-то. Сейчас я сейчас не дойду спокойно до этой гостиной, будучи с расслабленной попкой. Сейчас кто-то выскочит обязательно, набросится на меня. Блядь, жалко, тут сохранения никакого не было. Вот тут, конечно. Давай сейчас как этот... Сука. Я вам, блядь, всем покажу. Так, ну и секционный, по идее, должен выйти вон там или вон там. Типа, ни больше, ни меньше. Да, блядь, как мне это все провернуть? А я даже не читал, тут что-то... Тут спрятано кое-что интересное. Найди, если сможешь. А что это за камин? А это случайно не в той комнате, где мы были? Да нет, вроде. Ой, да ну ёп, нафиг, а, блядь, место занимает, ничего себе не представляет. Да, иди в жопу. Интересное там спрятано. Что делать, ребята? Ребята, что делать? Надо что-то думать. Ключ мы вообще никак выбросить не можем. Это не вариант.
Блин, я не хочу. Просто если я сделаю аптечку, они, зараза, типа, больше 3 бутылок не идут. Как все по-тупому. Ладно. Просто потому что могу. Лишний раз ручку проспиртуем. Чё, не просто ж так мне выбрасывать? Короче, ладно, место у меня точно в инвентаре есть уже для 2 дробовиков. Мы тут вооружились уже по полной просто. О, да! Роднулечка, да шо ж ты будешь делать, да шо ж такое-то, а? Книга в гостиной. Та-та-та. И что я с ними должен сделать? Я типа... Ай, нафиг. Может, нам ответит? Ну и нафиг ее, все. Ну все, убери трубку. Мне с дробовиком куда интереснее вперед ходить. Чё за хуйня? Так, карта. Центральный зал. Бля. Сука, я забыл, подожди. Что там было написано? Вот падла, я забыл. Блядь. Вот сука. Как у себя дома уже ходим? Блядь, был бы еще пулемет какой-нибудь. Ой, вообще цены не было. Закрывать за собой дверь. А, я тут не закрыли, неудобно получилось. Так, еще раз. Сука. Так, как же остаток говняков? Стоячие часы в общей комнате, книга в гостиной, секционная в подвале. Книга в гостиной. Что за херня? Что это такое? Книга в гостиной. Книга, блядь, в гостиной. Мы сейчас были в гостиной. Как там между этажами перемещаться? Блин, зараза. Обозначение вернуться на текущую позицию. Нет. Блин. Ну, включи мне этаж вот этот вот. Сука. Блин. Ай. А, во, нет, стой, во, я дурак. РЦ. Забыл. Так. Гостиная. Центральный зал, кладовка, гостиная. Что столько, блин, столько гостиной. С гостиных. Так, это вот гараж. Это вот кухня, где мы бегали от этого. Еще одна гостиная, кладовка. Комната наблюдения. Это получается, мне надо дать кругаля. Вот так, так и вот сюда вот. Получается, да? Блин, я дерьмово не хочу. Запасы. Мне не нравится написанное запасы. Но фиг с ним. Я думаю, что дробовик, который у нас сейчас появился... А что тут? Книга. Да ну нахуй! Нет, постой, это не та голова. Блять, это другая собака. Это, наверное, тут от каждого выхода собака своя. Собака. Пистолетные патроны. А как мне патроны для дробовика делать, интересно, спрашивается. Ну ладно. Есть и есть, и на том спасибо. Обойма заряжена. Я уверен в себе. Мы идем вперед. Давай, все, выбивай дверь. А то как по ребятам в мешках бить, ты вообще гораст.
Мне не нравилось, там вот вход в эту гостиную, он был вот в этой смоле черной. Вылезет на нас какая-то пиздясина сейчас. Ну, с дробовика, мне кажется, с одного удара должно башку сносить. Ты ёпта. Как у вас туман-то в доме, блядь? Объясните мне. Или это дым? Тихо, тихо, без резких движений, ребята, без резких движений. Дайте мне собраться. Закрывай за собой. Так. Где я нахожусь? Гостиная. В книге, в гостиной. Опа, иди сюда. В какой... Опа. Я вроде это все брал. Ну, ладно, не суть важно. Посмотрим еще что-нибудь. Блять. А ну-ка. Блять, ребята, это... Спасибо! Так, а что тут? А тут ключик подойдет? Блять, тут треугольный ключ нужен. Да ну на... Мне кажется, там пулемет? Там, мать его, пулемет, походу. В натуре там какая-то вообще просто разносная фигня. Блять, треугольный бы ключ найти. Было бы вообще просто суперски. Так, ну мы же в гостиной. Другой гостиной. Гостиная, ну... Что ты, блядь, от меня хочешь? Я не понимаю. А вот это тоже что такое? Это тоже считается гостиной? А ну-ка. Нет, это другая, соседняя комната. Нафиг. Не врубаюсь вообще. Похоже, детский рисунок. Да. Я не понимаю, что тут происходит. В книге в гостиной. О, кстати, комын. Комын. А что это такое? Стероиды. И это, кстати, тот камин, который мы видели. А... Ну, давай вот это. Примем внутрь. Класс. Знать бы еще, как это действует. И что оно, ну, дает. У-у-у, ребята, ребят. Бля. Это плохо. Бля, я вижу, там какая-то классная штука, прям вообще мощь. Жаль, только треугольного ключа нету. И этой злоебучей книги, которую я хожу ищу. Что я поднял? Траву, наверное. Давайте почитаем, что стероиды значительно повышают мышечную силу и максимальное здоровье. Действуют бессрочно. В смысле, бессрочно. В смысле, навсегда, что ли? Бессрочно. Ну, бессрочно это, типа, без срока. То есть, типа, ну, у них нет окончания срока действия. Ну, давай вжахнем. Вы увеличили максимальное здоровье. О, ребята! О, лё как бегать начал. Лё как бегать нахуй начал. На стероидный наш. Гостиная, блядь, я был в гостиной. Я вообще не понимаю, ребят, что такое. Куда мне, бля, найти? Ну, в книге... А, подожди. Там, в гостиной, той и другой. Выскочит точнее. Не, судя по всему. Вот гостиная. Книга. Клайк Убрайн. Нет. Да как? Так я знаю, в этой. Давай, открывай. Зараза. А в какой еще гостиной? И что я...
Блять, ты чё, дурак, что ли? Не врубаюсь. Не врубаюсь. Короче, пока я не врубаюсь, лучше зайти и сохраниться. Чё делать-то, блядь? Ну уже чисто пусть приличия бы кто выскочил, а? Ты ж посмотри вообще. Не, сейчас, блядь, дернет нас. Я говорю, сейчас мы тут добегаемся. Вот в какой-то момент я дойду до того места, где должен выйти дед. Но дверей вот этих больше было. Надо пойти потыркаться во все. Так, тут нет. По-любому. Тут что тут у нас? Опа, иди сюда. Так, ну тут мы были. Эти санитарии ужасные. Присядем. Маманька все по-прежнему ходит и патрулирует? Блять, эта ночь просто нескончаемая. Не надо мне. Бля, что там за хуйня бегает по этому лесу? Они, мне кажется, живут там, где волки срать боятся. Ага. Сука. Тихо. Я слышал что-то там. А, это просто ветер так гуляет. Чё за... Это я? Так, ну тут мы были. Маманьки нету. Тьфу ты, блядь. Куда мне, блядь, идти, ребята? Вы чего? Комната бабушки. Это вот на втором этаже бабкина комната, да? Главная спальня. Склад. Как туда попасть? Надо найти ключ. Как взять ключ? Уй, не знает. Лучше бы еще написали, где ключи прячете. Вообще задачу мне облегчили. Может, это было бабку обыскать? Чё-то она какая-то подозрительная, дико. Нет, ну вообще нифига нет. Уйня какая-то получается. Куда идти-то? Так, надо встать на секундочку и подумать. Книга в гостиной. В книге в гостиной. Подожди, а гостиная может быть и на втором этаже же гостиная была, где я в книге нашел голову? Нет, это была другая голова. Или нет? Бля, если это сейчас будет та голова, а я с ней столько проходил, это будет такой мем. Да ты шутишь, блядь. У-тю-тю-тю-тю-тю-тю. А мы на уличку-то вышли на уличку. Так, давайте, наверное, на этом остановимся, пока я излишне не обосрался. Да? Давайте я дверку закрою, блядь, на людскую сторону. Вот так вот. Оставим все так, как есть. И притормозим. Вот. Так что, до следующего ролика. Пишите, что нравится, что не нравится. Всех люблю, всех целую. Чао. Вот из-за таких игр я все время сижу дома.